На очередном совещании выступили представители различных городских организаций. Так, в медсанчасти номер 135 Десногорска к своим обязанностям уже приступила новый врач-терапевт Екатерина Мельник. Специалист будет обслуживать жителей первого микрорайона. С 6 по 8 мая в Десногорск запланирован приезд врачей, аллергологов, иммунологов. Запись на прием взрослых пациентов уже осуществляется в кабинете 106. Запись детей у участкового педиатра. Бесплатно, бюджетно. И дальше они по результатам обследования приглашают к себе на госпитализацию. В городе продолжаются работы по уборке территорий. В связи с этим убедительная просьба ко всем жителям парковать свои транспортные средства согласно правилам дорожного движения. Принять участие в массовых субботниках приглашаются все неравнодушные горожане. Хочется обратиться, чтобы вот эти организации, которые должны принимать участие, как-то поактивнее принимали участие. Что-то медленно, вяло идет все это дело. По данным ГО ЧС, внештатных ситуаций в Десногорске не зафиксировано. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем состоянии. В культурной жизни города намечены события. 18 апреля в 18 часов в Десногорской библиотеке 2-го микрорайона пройдет праздничный вечер, посвященный 40-летию образования Совета ветеранов. Приглашаются все желающие. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.